Всем привет, с вами Аркс Плюй. И сейчас мы глянем нового героя под названием Арагу. Арагу. Оракул, вот наш герой. Очень красиво сделано, конечно. Само собой, в первой доте он был абсолютно другой. Абсолютно другой. Очень красиво. Такие элементы. Чем-то похож на Рубика, в принципе, да. Не, ну вообще по-другому все, конечно, красиво. Такая сфера. Пиу-пиу-пиу. Ладно, let's go. Оракул, заметьте, я специально, да, прошлое видео, где читал обновление, я до этого не читал, здесь то же самое, я не знаю его скиллы, как выглядят. Это сделано специально. Так, сейчас, секунду. Мы сейчас будем все вместе с вами изучать. Гораздо интереснее, нежели я бы подготовился заранее и так далее. Ну, поехали. Во-первых, левел ап 25, во-вторых, голд. Это у нас игра, само собой, в лобби. Эй, пост, голд! Еще голд, давай, давай, давай. Так, поехали, покупаем тру-ля-ля, больше нам ничего не нужно. Опа, качаем все его скиллы. Все скиллы прокачиваем, сейчас будем тестировать их. Оп-оп-оп-оп, поехали. Эх ты, красота! Вот такой вот у нас геройчик, видите, летает. А у него ноги вообще есть? Нет, знаете, он без ног, он просто летает, как лич, дух. Вот такой вот у нас геройчик, красивый, такая сфера, такая... А как у него, интересно, анимация удара? Сейчас крипы появятся скоро. Ну, смотрим, поехали, так. Давайте тогда сразу сделаем и врагов, и союзников. Create Hero Sven, это будет наш союзник. Потом Create Hero... Свен Эйним, это враг. Все, есть союзники, есть враги. Смотрим. Так, первый скилл мы читали. Собирает всю мощь героя, снаряд, выжигающий энергию, который останавливает врагов. Останавливает, то есть это уже есть стан. А время действия стана не написано, да? Так, есть стан, значит. И снимает это с них положительные эффекты. Время действия очищения и обездвиживания врагов равно времени чтения. В смысле времени чтения? Ну-ка, подождите. А, прерываемое. То есть он может не до конца читать, да? Прикольно. Ну-ка, если мы сделаем так. Refresh. Refresh. Ну-ка, пробуем еще раз. Где у нас стан? Давайте посмотрим. Так он еще самонаводящийся, да? Смотрите. Воу. А сейчас у него меньше хп от него, и странно. Ну-ка еще раз. Подожди. А если близко прям будет? Ай, он с руки убивал, понятно. Грейте херо. А если мы сделаем так? Мирана Эними. Ну-ка подождите, а можно ли это задефать его первый скилл? Так, давай, Мирана. Все по таймингу. Ну вот вы видите, что работа типа стана. Да господи, хватит. Ладно, дубль 2. Так, Грейте Херо Мирана Эними, во-первых. Тогда сделаем так. Еще раз прыжок. Давай, чувак. Я успею. Опа! Да! Вы видите, да? Что можно заэвейдить. Профит! Посэш! Как больно-то. Рефреш. Рефрешер. Так, все, первый скилл понятно, да? Еще он также снимает эффекты, бафы с цели. А союзников не работает, само собой. Вот вы видите, наносит, во-первых, урон. Хороший. Урон магический. Я бы сделал урон чистым, но почему-то урон сделали магический. Второй скилл, что у нас делает? А, вот вы видите. Ну-ка, подождите, давайте прочтем. А, изгоняет цель. Но это не мир духов. Мир духов, он выглядит по-другому, мне кажется. Нет, а не так. Где-то, это мир духов, что ли, такой? Ну, очень красиво, все равно красиво сделали. Так, изгоняет цель мир духов, лишая ее возможности атаковать. Полностью защищая от заклинаний, но повышая уровень от других источников. Я не понимаю вообще логики этого скилла.
какая логика? Ну, смотрите, давайте сделаем так. Босс ли... А, подожди. А, да ну, я уже не был. Левел ботс. Дали уровень ботам, чтобы я кинул стрелу. Пробуем. Так. Блин, я не успел. Подожди, еще раз. Так, еще раз сюда. У меня еще, видите, бинт не настроен. Да подожди, не, ну что я делаю? Еще раз, поцаки, давайте, все стали. Вот вы видите, да? От урона магического защитила, но от стана нет. Хотя у Омника Рэпио гораздо эффективнее. Там вообще срать на любой стан. Так что второй скилл... ГОВНО! Все правильно прочитали? Увеличение физического урона 50%? Ну да. Ну, не, стан это неинтересно, это вообще бессмысленно получается, если стан проходит. Ладно, идем дальше. Третий скилл. Сжигает всю свою... всю скверну цели, нанося ей огромный урон, а затем восстанавливает жизненные силы с каждой секунды. Это он, наверное, на время, да, ворует? Ну-ка, подожди. О! То есть он как бы отнимает ХП, потом еще и реген. То есть 360 ХП отнимает и... смотрите, как интересно. Ну, это бред какой-то. Вообще бредовый скилл. Он отнимает 360 на четвертом левеле, но регенит 390. То есть, именно потенциал регена просто бесполезный. 30 хп отрегенит. Этот скилл, грубо говоря, просто на время отнимает хп. Такой скилл был у этого... У Скелетон Кинга. Помните, когда пассивка у него была еще плюс активка, он на время воровал здоровье. Мы своровали, и он регейн. Ну это бред, ну это такой бред. В чем вообще логика? Не понимаю. Хотя, может быть, какая-нибудь связка будет. Например, тот же Хускар, да? У него когда мало здоровья, мы отнимаем, и он потом злится и регейнится. Я не понимаю логики. В чем вообще? В чем? Вот в комментарии к видео напишите, в чем хоть капля логики этого скилла? Какой толк? Ну? Во-первых, здоровье отнимается очень быстро и сразу же восстанавливается. Сразу же восстанавливается? Я не понимаю вообще. Ладно, идем дальше. Ульта. Делай его... невидимым. Невидимый? Вообще невидимый, смотрите, да? Уматно, вообще невидимка, прикольно, вообще. То есть он невидимый, при этом он может бить и все равно будет невидимым. Это вообще офигенный скилл. Это хороший скилл. Это, в принципе, то же самое, что ульта у Сларка. Что-то общее у этого есть. Да ладно, любой урон. То есть, смотрите, если мы сделаем так, то, по идее, нам еще не будет наноситься урон. О, вы видите, да? Вот это офигенный скилл, чуваки. Офигенный. То есть, получается, наш герой, грубо говоря, полностью бессмертный практически. Магический урон не проходит. Герой невидимый. Он может бить из инвиза. То есть, никто не будет знать, где он находится. Он просто будет бить. Ну-ка, а еще его можно полить? Да ладно, подожди. Неужели гем... А я вот не помню. Как бы нам проверить, парится ли он гемом? Если я гем выложу, его Мирана сможет поднять? Сейчас попробуем. Так, РФ. Там что-то написано про гем. Там есть такая строка. Сейчас посмотрим. Но я не пойму, что. Давай, братюня. Пробуем. Мирана, возьмите, пожалуйста, уважаемая. Я вам подарил. Такая спасибки. О, да, взяла. Так, давайте прокачаем все скиллы ее. Не, вот ульта просто охрененная. Просто офигень. Что я делаю? Мирана, дура, появись. Ульта, реально, ульта может так изменить игру. То есть, если вы будете кидать ее на кэрри, ваш кэрри практически будет неуязвим. Просто бессмертное существо. И при этом никто не будет знать, где он находится даже. Чего вы хотели проверить?
палец ли гем? Блин, а я откуда знаю? Мы же видим его. А, подожди. Так, подождите. По-моему, он должен палить. А давайте мы проверим так, смотрите. Она его смогла атаковать. Проверяем. Вот он невидимый, она его бьет. Видите, да? Вообще урон не проходит. Это самый лучший скилл в игре, наверное, по защите. А если мы сделаем вот так? То же самое будет? Мне кажется, нет. Все-таки она его палит. Пробуем. Да! Вот вы видите, все, гем палит. То есть вы можете палить ульту гемами, пылью и вардами. Все-таки отличие от ульты сварка есть. Потому что сварк ничем не палится под ультой. Прикольно, прикольно. Это у нас отсос сил ненадолго. Бесполезный скилл. Я вообще считаю самым бесполезный скилл. Может, я просто не совсем его понимаю. Посмотрим, короче, что потом будет. Первый скилл. Хороший скилл, да. Чисто чтобы для дамаги. 130 маны стоит. Дамажить врагов. Пу! И дефать. Ну, давайте мы не будем дефать. Попробуем еще раз. Второй скилл. Да. Защита от магического урона. Вообще бесполезный скилл. Он не защищает от станов. Вообще смысла ноль. Ну-ка, давайте примем урон. О, немножко. А, ну вот видите, даже когда нас привязали, мы можем блинковаться. Да, тоже хорошо. Сюда, иди, дура тупая. Так, ну в принципе все. Мы посмотрели все скиллы. Еще раз пробежимся. Первый скилл это такой... О, вы видите, прерываемое. То есть я могу... А, читать заклинание или долго, или сразу его выпускать. Первый скилл просто дамажит, привязывает к месту, при этом... А, она бить-то может с этого места? Подождите. Она может бить, смотрите, видите, да? Даже если на вас первый скилл кинули, привязали, вы можете бить. Это плохо. Например, если он кинет на дроф рейнджера, она сможет его обоссать в говно просто. Рефреш. Так, второй скилл у нас. Изгоняет мир духов. Короче, защита от магии. Это самый бесполезный скилл, который я только знаю. Стан проходит. Говно. Идем дальше. Третий скилл на время крадет. Тоже абсолютно бесполезный скилл. Я не понимаю вообще логики его. Украл, отрегенил. Украл, выпил. В тюрьму. Ульта просто офигенная у него. Ульта делает не инвизного героя инвизером. Ну, само собой, инвизеров тоже можно, но это вся суть в том, что она обычным керри, ну, обычным героям дает потенциал инвизера, это очень важно. При этом еще это как ульта омника. Это получается сразу ульта омника, потом второй скилл рэпил омника, еще и ульта Мираны, три в одном. Три в одном. Видите, она его палит гемом, может бить, но хп не отнимается. О, кура купил. Фу, фидер, чмо фидит курами. Ладно, не смешно. Ну и все, давайте посмотрим анимацию атаки, какая у него. Такая плюха. Так, он стреляет из шарика, да? Да, а нет, он из рук стреляет. Ну-ка, Свен, братюня, давай разберемся с этими упырями, они меня убивают. На, пес! Давайте попробуем на крипов поюзать скиллы. Так, третий не работает, наверное, вообще... А, только первый работает. Вот, смотрите, видите, да? Крипы агрятся сразу. Само собой, первый скилл, он работает по области. Вот вы видели. Потому что, когда мы даже сам скилл выбираем... Видите, он на область работает. Вот она, область. Но крипы агрятся, это плохо. Это не совсем логично. УТФ. Ой. ВТФ. Теперь у нас скиллы будут бесконечны. Давай. Вау-вау-вау-вау! Сдохни, чимапу! Ладно. Так. И попробуем сейчас пофармить таким образом. На себя мы можем? На себя тоже можем ульту. Офигеть! Они нас видят, смотрите. Что? Что? Подождите. Что? Как они меня могут видеть? Я не понял. Подождите, что за бред? Нет.
Это меня не... Это очень странно. Ну-ка, если он будет бить ее. Что? Вы видели? Какого хрена крипы видят меня под ультой? Мирана не видит меня. Как они меня видят? Ну вот опять, видите, какая польза, да, от того, что я сделал это видео. Мы узнали абсолютно все аспекты. Эти не видят. Чего? Я ничего не понял, а почему эти-то меня увидели? Подождите, а может я ульту сделал после атаки? Сейчас попробуем. Сначала до атаки. А, вот, видите, до атаки они меня не видят. Ну-ка, если после атаки. Это может типа баг такой крипами? Теперь после атаки, смотрите. Нет. А как ты этого-то видели, да, он? Сдохни, собака. Кого убить? Пойдемте. Вот. Все. Нам осталось глянуть последнее. Какие скиллы работают на Рошана. Давайте поэкспериментируем. Вот он, Рошанчик, не пугай меня. Так, второй скилл дать. А, смотрите, второй скилл, в принципе, хорошо на Рошана идет. Он не может атаковать. Ой. Не смешно, да? Ну-ка, он в ВТФ. Какой у него этот? КД. Ну, КД, в принципе, долгий. Можно было бы на первом левеле убивать Рошана толпою. Но КД долговат у него. Ну вот, мы знать хотя бы будем, что Рошан не сможет бить по вторым скиллом. На, пёс, на. Ну-ка, ну первый работает. Так, ВТФ. Пробуем еще раз, давайте отойдем. О, мы же на себя можем третий скилл кидать. Мы все скиллы можем на себя кидать, смотрите, бред полный. Чё за бред? Я даун, убейте меня. Ладно, давай, Рошан, все, хватит баловаться. Пойдем драться, Рошан. Опа, опа. Так, ну первый скилл тоже работает, это уже очевидно. И он агрит, мне это не нравится. Почему он агрит? Давай, братюни, давай, поехали. Чмо! Ладно, таким образом, свобода вновь. Свобода? О, видите? О, да, видите, он меня не бьет, он меня не видит. Кручу, верчу, запутать хочу. А хп мы не можем у него воровать. Ну ладно, короче, этот герой, в принципе, необычный. Необычный. Посмотрим, как он будет выглядеть в паблике. По-любому его будут постоянно пикать, это 100%. Всегда так, когда новый герой появляется. На, пес. Видали, да? Просто великолепный авейт, ну... Играет бог. Ульта очень хорошая, опять же, на всяких там турнирах. Ну, это потом, когда он будет на своем моде. Ну и вообще в паблике, да, множество связок с ультой можно сделать. Взять, например, того же Свена, да, и под ультой его... кидать на него ульту кидать, да, и все, и он будет неубиваемый практически. Вот мы своровали... О, вы видали, да? А, еще один плюс третьего скилла. Хоть он и ворует хп... Это можно делать как третий скилл Дума, я говорил, когда делал летсплей, что он может добивать врагов. Когда у врага мало хп, он убегает, мы можем третьим скиллом своровать хп и убить. Все. Мы сделали все, что можно было. Посмотрели все скиллы, посмотрели там анимацию атаки, все подробно рассмотрели, на Рошана сходили, все. Я показал весь потенциал героя. Всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, подписывайтесь на канал, всем пока. Пока!